Добрый день, дорогие козероги! Ну что же, наступил август, и сейчас мы с вами посмотрим, что же ожидает вас в августе. Август для вас будет неплохим месяцем, дорогие козероги. И если будут возникать какие-то проблемы в этом месяце, то они будут возникать исключительно по вашей собственной вине. Уж слишком в августе многое будет вызывать у вас подозрения, дорогие козероги. Но вначале я хочу вам напомнить, что все мы с вами еще до сих пор находимся в коридоре затмений. И я хочу обратить ваше внимание, что 27 июля 2018 года состоялось грандиозное лунное затмение. Это затмение длилось 101 минуту. И поэтому влияние этого затмения на нашу жизнь будет продолжаться 101 день. Так что ничего еще не закончилось, дорогие козероги. Лунное затмение 27 июля 2018 года состоялось в вашем доме денег, дорогие козероги. И, конечно же, это лунное затмение предвещает вам перемены в ваших финансах. Возможно, что у некоторых из вас могут появиться неожиданные шансы улучшить свое финансовое состояние. Кого-то из вас, дорогие козероги, это лунное затмение, наоборот, может подтолкнуть к желанию сорить деньгами, тратить деньги. И не всегда эти траты будут рациональными, будьте внимательны. Постарайтесь воздерживать себя от импульсивных покупок, чтобы потом вы не сожалели впоследствии. Итак, Солнце в августе 2018 года будет находиться в вашем восьмом доме. Восьмой дом, как мы помним, это экстремальные ситуации, это наши страхи и наследство. И со стороны людям будет казаться, что вы, дорогие козероги, просто намеренно сами стремитесь туда, где присутствует опасность, где присутствует риск. И тогда, как на деле, все различные стрессовые ситуации будут просто возникать вокруг вас сами по себе. Вы будете чувствовать себя довольно уверенно, вы не будете испытывать страха. Вы даже будете использовать эти моменты для того, чтобы по максимуму расширить собственные возможности, и вы действительно сможете значительно продвинуться к своей поставленной цели. Солнце поможет вам в этом. 11 августа 2018 года состоится солнечное затмение, и это затмение, дорогие козероги, будет в вашем доме совместных ресурсов, в доме кризисов. И это солнечное затмение даст вам понять, какие же прежние начинания, какие прежние проекты и дела приносят вам плоды, а какие придется свернуть, как не оправдавшие себя. И вам придется решить вопросы материальной зависимости от других, дорогие козероги, или зависимости других от вашей помощи. Также у кого-то из вас по этому затмению вероятны такие ситуации, в которых вам придется разбираться в том, что же действительно, дорогие козероги, принадлежит вам, а что принадлежит вашим партнерам. В любом случае, вам стоит пересмотреть свои подходы к вашим финансовым вопросам. Постарайтесь в это время выработать для себя такую более рациональную финансовую политику, которая бы позволила вам быть более независимыми. 13 августа 2018 года ретроградный Марс переходит в ваш знак, дорогие козероги. И ретроградный Марс заставит вас вернуться к тем вопросам, которые вы не решили в свое время. Для вашей любви, для вашего брака наступит интенсивный, даже сложный период, который принесет большую эмоциональную нагрузку и даже неприятности. Это же планета Марс. Будьте терпеливыми, постарайтесь быть тактичными в общении со своей второй половинкой. И это, безусловно, поможет вам сгладить неровные участки на вашем пути, дорогие козероги. Марс заставит вас обратить ваше внимание на ваши доходы, на ваши финансовые отношения с вашими партнерами. С вашими партнерами как в браке, дорогие козероги, так и в бизнесе. Марс заставит вас распределить совместную прибыль.
заставит обратить ваше внимание на налоги, на страховки, а также на вопросы, которые связаны с финансированиями проектов. И это время, дорогие козероги, когда возможна тенденция тратить деньги, не задумываясь. Но для всех инвестиций это время неблагоприятное. В начале августа, как я говорила, у вас будет тенденция к непродуманным, рискованным даже шагам. И вам лучше все-таки от них воздержаться. Потому что это время, оно требует осторожности, осторожности в финансовых шагах. Тут очень велик риск неверно вложить свои деньги. Не стоит делать ставки в игре, потому что есть риск просчетов, есть риск потерь у вас. Постарайтесь беречь и ваш счет, и кошелек, дорогие козероги. Также это неблагоприятное время для начала каких-либо новых направлений в бизнесе. Это неблагоприятное время для того, чтобы подавать первичный судебный иск для выяснения отношений через суд. Также неблагоприятное время для рискованных предприятий. Все важные дела, все важные бизнес-начинания, дорогие козероги, лучше перенесите на период после 27 августа. В общем, август будет благоприятен для приобретения популярности, для поддержки со стороны влиятельных лиц. И вот все это будет привлекать успех. А успех, конечно, дорогие козероги, он притягивает деньги. И в вашей работе, и в вашем бизнесе вы можете ожидать высоких результатов, потому что на вашей стороне, дорогие козероги, будет Венера, которая будет совершать транзит в вашем секторе карьеры. И старые проекты могут закончиться, но они освободят место для новых проектов, для новых дел. А новый проект – это означает и новые переговоры относительно денег. И вот тут возможны задержки. Возможно, что эти переговоры пойдут медленнее, чем вы ожидали. Что же касается ваших финансов в августе, то период очень противоречивый, дорогие козероги. Марс до 29 августа, он продолжает свое ретроградное движение через ваш дом денег, дорогие козероги. И Марс, он предсказывает запутанные ситуации. Он несет задержки с вашими деньгами, а также неожиданные расходы на вашу семью, например. Сейчас лучше отложить сделки с недвижимостью. Отложите все это на следующий месяц во избежание всяких недоразумений, дорогие козероги. Еще одна ретроградная планета – Меркурий, который находится в вашем восьмом доме, козероги. И этот дом связан с совместными финансами, с кредитами, с долгами, с налогами, с наследством. И вот, скорее всего, что вам придется иметь дело с чем-то из этих тем, дорогие козероги. Период ретро-Меркурия продлится до 19 августа 2018 года. И вот в это время будьте очень-очень осторожны, когда вы распоряжаетесь чужими деньгами. Если вы, дорогие козероги, работаете в банковской сфере, вам рекомендуется быть внимательнее при выполнении своих профессиональных обязанностей. 23 августа 2018 года Солнце войдет в ваш девятый дом, дорогие козероги. И Солнышко активизирует связи с заграницей, активизирует сотрудничество с партнерами из других городов. Когда Солнце проходит транзитом по нашему девятому дому, то человек начинает озадачиваться глобальными вопросами. Вы, дорогие козероги, можете задуматься о Боге, о смысле жизни, например, о своем месте в жизни. И на любую жизненную ситуацию вы начнете смотреть как бы со стороны. Одним словом, многие из вас могут стать мыслителями и философами в это время, и вас начнет интересовать больше духовное, нежели земное. Но это только после 23 августа, дорогие козероги. И на какое-то время вас могут перестать волновать незатейливые житейские дела.
А кто-то из вас решит заняться изучением духовных книг, книг духовного содержания. Хотя у кого-то все может быть гораздо проще, дорогие козероги. Вы можете начать заниматься исследованием, вы можете уехать на гастроли, на симпозиум, а кто-то из вас просто может отправиться в путешествие. Обязательно возможны в это время контакты с интересными людьми, с профессионалами своего дела. Вы можете завязывать новые, в том числе даже международные связи на основе научных или каких-либо других интересов. В последние дни августа Солнце сформирует позитивный аспект с Сатурном в вашем знаке. И это время оно будет благоприятно для ответственных дел. Для контактов с вашим руководством пользуйтесь этим. Вы можете обращаться сейчас в официальные инстанции, и все у вас пройдет хорошо и гладко. Венера. Венера перейдет в ваш 10-й дом. 10-й дом – это область личного успеха, карьеры. И планета любви тут задаст высокие стандарты в любви, дорогие козероги. И вот планета любви, Венера, может поспособствовать вашему карьерному росту, может способствовать успеху в обществе. Так, например, если вас занесли в это время в список претендентов на замещение вакантной должности, то очень большая доля вероятности, что выберут именно вас, и в этом вам будет помогать Венера. Продвижение в это время по вашей карьерной лестнице вам может помочь правильно подобранный имидж, например, дорогие козероги. Ваша доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям. Пользуйтесь этим временем и, естественно, личное обаяние. Включайте его, дорогие козероги. В этот период также личные ваши дела, ваши любовные дела, они могут влиять на ваш профессиональный рост, на вашу карьеру и наоборот. Это очень хорошее время для тех козерогов, которые заняты в сфере искусства, в сфере моды, развлечений. И у кого-то из вас, дорогие козероги, возможно, любовная связь с начальником или известным высокопоставленным лицом. Ваша встреча может произойти, например, при исполнении человеком своих должностных обязанностей и в дальнейшем повлиять на вашу карьеру. В любом случае, дорогие козероги, Венера, проходя по этому дому, принесет вам благосклонность начальства. Она поможет и может дать вам сильного покровителя, и этот покровитель может оказаться женщиной. Например, у мужчин-козерогов ваша жена или ваша любовница может помочь вам, она может поспособствовать вашему карьерному росту. А если кто-то из вас в эти дни решит бракосочетаться, то во время прохождения Венеры 10-го дома это может говорить нам о том, что вы обретете высокое положение благодаря этому браку, дорогие козероги. Некоторые из вас, дорогие козероги, вместе с супругом или вашим любимым человеком могут решить открыть собственный бизнес. И вот это замечательное положение планеты Венеры, которое может внести очень много счастливых моментов в вашу личную жизнь. Пользуйтесь этим, дорогие козероги. Одинокие козероги могут в этом месяце рассчитывать на большую любовь. И причем совсем не исключено, что ваш новый знакомый или ваша новая знакомая будет занимать какое-то достаточно высокое положение в обществе. Те пары, те козероги, которые уже находятся в отношениях, вы сейчас можете принять решение о начале совместной жизни. Или вы решите вступить в брак. У семейных козерогов тоже все будет обстоять чрезвычайно благополучно. И даже возможно исполнение каких-то совместных желаний. Например, вы можете приобрести вместе квартиру или родить ребенка. Что касается здоровья в августе, дорогие козероги, то первую и вторую декаду августа Меркурий – управитель вашего дома здоровья. Он продолжает двигаться в ретроградном направлении, к сожалению. И вот
Сейчас могут вернуться старые проблемы со здоровьем. Они могут снова вернуться, и возможно, что эти проблемы могут быть связаны с сердцем или с кровеносной системой, дорогие козероги. Будьте внимательны. Если вы чувствуете, что что-то пошло не так, не откладывайте визит к доктору. В последнюю декаду августа ваша физическая форма значительно улучшится, и друзья будут вашей надежной поддержкой, дорогие козероги. Они поднимут вам настроение. Или, например, ваши друзья могут порекомендовать вам каких-то опытных врачей, специалистов, если это будет необходимо. И совет вам, дорогие козероги, на август 2018 года. Постарайтесь в августе, дорогие козероги, избегать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Удачи вам, дорогие козероги!